друзья, дождевички. Это такие пухколки. Вот этот уже старенький. Какие они получаются. Воды много. Значит, в лесу воды много. Оставим его здесь, пусть растут следующие. Молоденькие. Они такие на вкус горьковатые. Кому нравится, кому нет. Я такие не беру. Вот их много. Их много, поскольку, вот смотрите, показываю. Маленькие начались дождевички. Ну, вот тот, который я вам показала. Вот этот твил. Нет, он тоже мягкий. Тоже мягкий. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы найдем грибы. Коль есть уже эти пухколки, как мы в детстве называли, или дождевички. Значит, они есть. Значит, надеемся, что мы найдем маслят, белых, подосиновиков, подберезовиков. Вот это то, что хотелось бы найти. Видели сыроежки, мы тоже видели. Ну, такое мы пока не берем, потому что они очень хрупкие, их довести тяжело. Ты их домой привозишь, а они все поломаны уже. Дождевичок. Так, ну, я чуть-чуть потерялась, поэтому надо идти искать мужа. Где-то я непонятно где. Все, включусь позже, друзья. Все, до новых встреч.